Тайминг словил парень. Так, сейчас надо поймать этого чипа с драгуновым. И... по идее... по идее бы сразу, наверное... полутать прицел с кого-то. Было бы очень хорошо. По-любому у кого-то сейчас найду прицел. Слушай, я, в принципе, залутан. Не вижу смысла больше тут находиться. Больше никто не дерется, инфы нет ни про кого. Но там у меня какая-то старость на гору поднялась. Можно, по идее, туда пройти. Нафига я постоянно аптечки-то забираю? А мне не показалось. Я смотрел, видел что-то темненькое, короче, тут, когда бежал, спускался. Так и подумал, что чел со школы бежал, а потом подумал, блин, ну чел по опену бежать, что-то как-то... хз. Решил проверить, так и оказалось. Надо машину забирать, да уезжать, по идее. Ё-моё. Два дропа упало. Я думаю, поедут. Сквозь голову пролетело. Второй дроп в воде, его не забрали.
Мне надо его убить и за дропом сплавить. Куда он поплыл-то? А дальше что? По опену вот так бежать? Интересная логика. Офигеть. Он очень больно мне попал. Он еще с МКшки, если мне в голову сейчас попадет в первую каску, он меня сразу ваншотит. А я его не сваншочу. Давайте, наверное, под него тогда сыграем. Можно он просто не будет смотреть. Слушайте, я на самом деле могу его забайтить. Могу его забайтить следующим образом. Он не байтится. Значит, я не понял. Он отсюда отошел? Или у него просто такой геймплей своеобразный? Мне пора прям с крыши играть. У меня сзади чел вроде приехал. Если я сейчас не успеваю залазить, меня убивают. Зетка же сюда была, правильно? Да. Эти лок слетел аж. Крис, The Bot. Так, ну что ж,
Ситуация на самом деле хорошая. Мне такое нравится. Так, одного заспотал. Это хорошо. И скорее всего сейчас там будет драка. Я так думаю. Чувствую, чувствую. Там должна быть драка. Либо у меня чел в будке сидит. Что, кстати, очень вероятно. Закидываю в будку синьку. Оп, смотрим. Выходит. И поджигаю вход. Нет, никто не вышел. Но дальше я типа там видел, по крайней мере. Хорошо, тут в будке никого не было. Вот тут у меня чел был. А второй где-то лежит. А второй, скорее всего, у меня тут лежит. Господи, дай не наступить. Пожалуйста. Почему ты любишь говорить о шалеть, не встать и всех мужчин не называешь? Откуда это? А шалеть, не встать. Ух, хорошая каточка. Сколько урона у меня? 1800 урона. Хорошо.